Хочется отметить тех гайчан, которые прислали свои снимки, которые приняли участие. На самом деле мы получили очень теплые, прекрасные, добрые эмоции, просматривая эти снимки. Ну, наверняка вы тоже были увлечены этим процессом, перелистыванием семейного архива. Это, пожалуй, самый популярный конкурс за всю историю портала guide.rf. Мы получили порядка 350 фотографий. Ну и следует отметить, что подобных конкурсов не проводилось еще нигде. Такого количества ретро-фото, ну, наверное, впервые в жизни увидел и город, и вообще вся Оренбургская область. Мы никогда не увидели бы эти снимки ни в соцсетях, ни везде. То есть сейчас, когда мы повсеместно делаем селфи, мы выкладываем сами себя с таким удовольствием. Вот этих мам мы никогда нигде не увидим, кроме как у нас на портале guide.rf. Вот в этом уникальность. Все фамилии, все листочки здесь. Первый приз – 3 бесплатные поездки от такси «Лада». Подобных сертификатов мы разыгрываем 3 штуки, да? 3 штуки, да. То есть я так сейчас не глядя. Латышова Светлана. Фролова Светлана. Сличная Наталья. Сертификат подарочный от студии дверей Вернов. Их у нас тоже несколько. Ситникова Любовь, Наталья Петрова, Носарева Светлана, Раиса Егоровна. Раиса Егорова. Рудакова Оксана. Так, следующие сертификаты мы разыгрываем на бесплатное посещение на 3 человека развлекательный центр «Непоседа». Гусакова Галина. Татьяна Валентиновна. Красникова Татьяна. Мы разыгрываем сертификат от агентства недвижимости на 1500 рублей. Это будет Мальцева Нина. Так. Получает сертификат от агентства «Приоритет». Итак, следующий сертификат – это мужская одежда, скидка 10% в магазине «Модный я». Ну, опять же, подарки не только для наших участниц, мам и бабушек, но и для их вторых половин. Да. Усенова Галия, Гусаковская Любовь, Лынова Галина Петровна. Дальше у нас очень такой приятный, чисто женский подарок. Это сертификат на 1000 рублей в салон «Штор Интерьер». Я достану кого-нибудь. Давай, пожалуйста. А Любовь Грунина. Раз уж ты начала, я предлагаю тебе продолжить. Конечно. Сертификат у нас 3, номиналом на 1000, на 1500 и на 2000 рублей. Следующий на 1500. Марина Ротина выигрывает сертификат на 1500 рублей. Пряхина Римма становится обладателем сертификата на 2000 рублей. Так, мы продолжаем наш розыгрыш, несмотря на то, что уже почти половину сертификатов мы разыграли. Но они еще есть. Да. Есть. Причем, я так понимаю, что по тому списку, который у тебя в руках, сертификаты чисто для женщин. Для женщин. И что самое главное, номиналы сертификатов увеличиваются. Вот так вот. Так, что у нас следующее? Что следующее? Парикмахерское отражение. Сертификат на 1000 рублей. Перед Новым годом приведете себя в порядок. Груничева Лидия Дмитриевна получает сертификат. Следующий сертификат, я его тоже назову, сертификат красоты. Это от наших партнеров, от Мэри Кей, на 1000 рублей. Эльвира Бадикова получает первый сертификат. Макшанова Татьяна. Межуева Наталья. Еще есть у меня в наличии подарочный сертификат на 1000 рублей от наших партнеров. Это магазин «Сумки.ру». Это Ротанова Наталья. Следующий сертификат мы разыгрываем, он не денежный, но он на прохождение курса маникюр, покрытие гель-лаком, наращивание ногтей, сертификат на обучение. Знагован Ольга. Теперь мы разыгрываем следующий денежный сертификат от магазина Куликова Шоп на 1000 рублей. Татьяна Майстренко, Сулейманова Файруза. Татьяна Шмарина. У нас есть еще призы, то есть такие вот реальные, можно взять в руку и уйти. Да. Что там Анастасия ты приготовила? Это подарочный набор от компании Oriflame. Я не знаю, что здесь лежит. Ольга Стуколова. Здесь у нас подарочный набор от косметики Avon. Утешева Эльвира. Теперь у нас на очереди функциональные подарки, которые нам предоставило туристическое агентство «Гайд-тур». Это утюги, 2 утюга, но не просто утюги, да, это утюги, которые вы сможете с легкостью взять с собой в путешествие. Итак, обладателем утюга становится Валентина Семынина. И утюг получит Федотова Алла.
Итак, мы разыграли фактически все призы, все сертификаты денежные на обучение, на красоту и так далее. И остался один главный приз. Комод. Комод. От нашего партнера, от магазина мебели «Позитив». Обладателем. Обладательницей. А тут непонятно. Обладательницей становится человек Алексей Крыгин, который прислал нам фотографию своей мамы. Ну, я тут так и прописано. Фото от Крыгина Алексея. Думаю, что в этом конкурсе проигравших нет. Почему? Потому что все прекрасны. Да. Какие вы шикарные мамы. И молодые. И даже в этом нынешнем возрасте я больше чем уверена, что вы по-прежнему остаетесь прекрасными. Вы по-прежнему всех вдохновляете. Вы прекрасные мамы и бабушки. Да, и спасибо, что вы нам подарили такую возможность любоваться вами, да, увидеть своими глазами историю, потому что на некоторых снимках действительно целая история. Вот, и мы обещаем, что все снимки будут храниться в нашей редакции, может быть, возможно, в архиве. Да, в архиве нашей редакции. Поэтому всех мам с праздником, всем большое спасибо и до новых встреч. До следующего розыгрыша. До свидания.